Позиция какого из героев фильма вам наиболее близка? Полностью мне близок персонаж, который в самом начале фильма смотрит в замочную скважину с той стороны, где небо, сюда, где темно и ничего не видно. Поэтому я, как режиссер, доверил себе, как актеру, сыграть эту единственную роль. Дмитрий Зочи. Да очень просто. По ступенькам поднимаетесь и выходите. Да, музыка в фильме моя. Это важная составляющая фильма. Не доверил бы никому. Давно ли я пишу музыку? По сути, с детства. Дмитрий Зочи. Странная мелодия.